Приемы владения холодным оружием, в частности шпагой, мастерство нанесения и отражения ударов и уколов, период проведения сборов шлифовали спортсмены. Сегодня финальная часть – соревновательные этапы. На дорожках – мужчины. Мы провели в Сочи 10-дневный сбор. Погода благоприятствовала, база отличная. В соревнованиях есть фавориты. Этим спортсменам необходимо зарабатывать очки, чтобы попасть на классификацию на чемпионат Европы и мира. Мы занимаем устойчивое место сегодня. Нас опережает только Франция. На этих соревнованиях мы зарабатываем очки для российской классификации. В ней 12 соревнований, и сегодняшнее – одно из них. Мужская шпага представлена сильнейшими фехтовальщиками страны. Всего порядка 100 спортсменов из различных регионов в рамках всероссийского турнира выйдут на дорожки. Чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира 2014 года, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио, Павел Сухов на этих соревнованиях борется за рейтинговые очки, что позволит спортсмену выйти на главные старты сезона – чемпионаты Европы и мира. Борьба продолжается. У нас еще 3 заграничных турнира и еще чемпионат России, который, ну, немаловажно играет роль. Вот. Через 2 недели вот у нас будет гран-при в городе Будапешт. Мы активно здесь уже туда готовимся. Нужно везде выступать стабильно и высоко. Здесь все соперники, всех нужно выигрывать, ко всем нужно относиться с уважением, поэтому будем бороться. Нынешний турнир для мастеров стального клинка имеет серьезное значение, поскольку идет отбор в сборную команду России по фехтованию на шпагах. Завтра на дорожке выйдут женщины. За ходом соревнований можно понаблюдать в зале Федерального центра единоборств «Югспорт». Вход свободный. Рената Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.